Всем привет, ребята! И с вами Лиза из канала Или Стар. И сегодня я снимаю видео в стиле подростков. Все мы, ребята, разные, и нам нравятся другие вещи. Например, мне что-то нравится, а вам не нравится. Либо вам нравится, и мне не нравится. И поэтому я решила снять такое видео о популярных стилях, которые сейчас в моде. Как одеваются, что делают, как кушать и как реагировать на разные ситуации. И поэтому давайте поехали! Нормально, очень красиво. Да. Все в порядке. Так. Мой крем. Так, на ручку. Так, ой. Красота. Так, убираем. Надеваем маску. И спать. Так, все почти готово. Сейчас нужно выбрать только украшения. О, это очень красивое. Но я уже вчера ее надевала. Не подходит. Может, вот эту? Нет. Вот такая синенькая. О, какая красивая. И зеленая тоже очень красивая. И желтая тоже красивая. Это вообще божественная. О, а вот на полу еще одна валяется. О, какой надеть. Может быть, вот эту? Нет, давай лучше вот эту, на вот эту руку. Нет, вот эти очень красивые. Вот это еще красивее. Где ты? Ты в школу опоздаешь. Я опоздаю в школу. Так, ладно, одевай все. Так, первая, вторая. Быстро, быстро, быстро. Так, ну, можно побыстрее, пожалуйста. Так, идем в школу. Давай идем вот в эту школу. Нет, не хочу, там Ребекка. Хочешь? Да. Давай, тогда идем к мальчикам. И это весь твой обед? Что такого? Помидорчик, огурчик, полезно? Ты шутишь, да? Я вообще-то на диете. Так, ладно, я иду одна. Обиделась? А, вот здесь, вот здесь, вот здесь. О, так. Всем привет, мои любимые инстаграмные пупсики. Я вас очень люблю и надеюсь, что вы ждали это видео. Сегодня я вам покажу, как сделать самые красивые реснички. Берем тушь от Essence, открываем, смотрим вниз и красим наши реснички. Вот так. И надеюсь, что у вас получилось. Если вы поставили лайк и подписались на мой инстаграм, у вас все получилось. Но если нет, у вас ничего не получается. Поэтому быстренько нажми подписочку и всем пока-пока. Люблю вас. О, так, идем дальше. Так, никто не видит. Все очень хорошо. Идет по плану. Я тихенько и спокойненько открываю комод. Собираю пакетик с печеньями. И вот. О, у меня есть печеньки. Так, я ложусь обратно спать. Но тогда достаю пакетик. Открываю. Плохое утро, как всегда. Мне мама сказала, чтобы я надела вот это украшение. Но здесь слишком много цветов. Не буду надевать. Надену вот это.
Это нормально. Почему мне каждое утро нужно красить глаза? Жизнь не так короткая, и это тратит время. Накрашу глаза с маркером. В школу пора. Что надо? Ладно. Жалко, что я вас не могу надеть на школу. Прощайте, мои любимые черные зубы. Я хочу плакать, но не могу. Это не мое. Унитаз тишина, демон. Нет! Наверное, я спрыгну. Ты что делаешь? Ну, а ну-ка быстро слезла. Директору пойдешь. Что надумала? Так, быстро со мной. Ну, здравствуй, юный демон. Зачем хотела спрыгнуть? Потому что жизнь черная. Темная, как ночь без звезд. Все думают, что в ночи, в темноте, нужно найти звездочку. Но не так. Это неправильно. Вся жизнь черная, бессмысленная, все вокруг плохое. Все только думают, что все хорошо и перекалывается. Но это не так. Все темное. И я хочу быть темной, чтобы все поняли, какая это жизнь на самом деле. А какой смысл? Ну вы же меня спросили, почему. Ладно, свободно. Люди. Спящая красавица. День же, почему ж спишь с закрытыми шторами? Просыпайся давай. Все, я открываю шторы. Свет! Нет! День! Нет! Свет! Я горю! Чего? Не надо! Горю я! Закрой! Так классно началась эта драка. Жалко, что я не выиграла. Вообще несправедливо. Нужно закрывать. Так. Так. О, вообще нет. Вот здесь и вот здесь. Ну да. Так. О, и вот здесь. Даже как не бывало. Все сейчас подумают, что я вообще не дралась и выиграла. Нужно ТикТок снять. Нужен новый телефон. Мама, мне нужен новый телефон. Мой сломался уже 20 лет он у меня. А тебе не 20. Не знаю, сколько мне лет. Да, ладно, пока. Так, дети, сегодня мы смотрим видео и записываем так, самое главное. Телефон. А ну-ка быстро, телефон убрала. Это ваше дело. Я вообще в своем месте сижу. Свой телефон трогаю и ничего не буду записать. Не хочу. Как-то не будешь. Ах, вот такая. Что, пожалуйста? Не хочу. К директору. Я вообще домой пойду. Ну, ты получишь. Привет, мальчики. Дай сюда. Да. Мне крем нужно новый сделать. Да. Привет, пожалуйста, дашь конфеты? Нет у меня ничего, не дам. Иди вон. Это что у тебя? Юникорн? Да. Ребенок что? Маленький. Ребенок маленький. Привет. Смотри, что у меня есть. Так. Вот такой красный клубничный. Ну, и вот такой зеленый с мятой. Это что, вейп? Нет, это маркеры. Окей. Ну и вот все три стиля. У меня есть еще парочку стилей, поэтому я обязательно сниму вторую часть, потому что мне кажется, что это очень интересно.
И если вам понравится, я найду еще стилев и сниму третью часть. Может тогда четвертую, пятую, шестую, седьмую. Ну ладно, бесконечность, конечно же, не будет. Ну, наверное, парочку еще сниму. Ну и всем, кому понравилось это видео, конечно же, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал или ставьте. И всем пока-пока! До новых встреч! Пока!